улица Книжная. А я иду в ЖЭК так называемый, вот, который находится на улице Павлика Морозова. Вот я по ней иду для того, чтобы решать свои домовые вопросы. Посмотрим, что у меня получится. Но как всегда, с первого раза ничего не получается. То ли по их бестолковости, то ли по моей. Посмотрим. Сейчас что получится, то получится. Примерно вот так. Будем смотреть.